Итак, слово главному офтальмологу Свердловской области, генеральному директору Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Олегу Владимировичу Шиловских. Ну, еще раз добрый день всем. И я, конечно, поздравляю вас всех и от лица нашего коллектива «Микрохирургия глаза». И что я хотел бы сказать, буквально два слова. Это новая площадка в Серове. И она очень дорога для нас, потому что нашу первую площадку в 96-м году здесь открыл лично Святослав Николаевич Федоров. Поэтому это история уже сегодня. Ну вот кто пойдет внутрь, увидит это фотографии эти. И мы сделаем здесь специальный стенд, посвященный этому открытию 96-го года. Я думаю, что если бы он был жив, он был бы счастлив, что то, что это все продолжается, ничего не умирает. И это абсолютно новый импульс не только для вашего города, для всего Серовского, для всего северного здесь куста. И это не только Сосвинский район, это и Краснотуринск. Это они традиционно здесь были, ездили сюда, и Североуральск. Вот. Так что всем большое спасибо тем, кто участвовал, УГМК холдингу и администрации, и города, и области, и нашему Минздраву, и территориальному фонду, потому что мы не должны забывать, что это социальный проект. 85% услуг здесь всегда оказывались бесплатно для людей. Это очень-очень здорово. Это доступность. Пришел, обследовался, получил лечение. Ну, а здесь есть и новые возможности по сравнению с новой площадкой. Сегодня будут проведены первые лазерные операции здесь. Это порядка 1000 пациентов. Я думаю, в этом году уже не поедут в Екатеринбург, а здесь помощь получат эту. И это очень здорово. Потом поздравляю вас. Спасибо вам большое всем.